нашу дверь. Почтальон проходит мимо, мы не ждем его теперь. Он обходит все квартиры, все соседние дома. Только нам четвертый месяц ни открытки, ни письма. Всем приходят письма с фронта. У меня товарищ есть. Он вчера перед уроком два письма мне дал прочесть. Наш учитель от танкиста получил письмо вчера. Только нам не пишет с фронта наша старшая сестра. Но сегодня на рассвете вдруг соседи будут нас. И читают нам в газете напечатанный указ. Там в указе, кто получит ордена, там сестра моя Наташа, может, это не она. Говорят соседи маме, ну, конечно, ваша дочь. Тут не может быть ошибки. И фамилия в точь-в-точь. Вслух сама читает мама в марте 1 числа. Молодая санитарка 20 раненых спасла. Мама плачет от чего-то. Младший брат кричит: ура! Молодец, сестра Наташа, наша старшая сестра. Вдруг я вижу почтальона и кричу ему в окно: вы не в пятую квартиру, писем не было давно. На звонок выходит мама, открывает дверь сама. Почтальон дает ей сразу от Наташи три письма. Я Бортник Екатерина, группа 4Б. Передаю эстафету памяти группе 5А. Невская Арине.